Удобное крыльцо, просторный холл, яркие стены и подробная информация на стендах встречают пациентов Центра здоровья 15-й поликлиники Самары. Для удобства малышей и их мам в коридорах новые пеленальные столики. Родители могут подождать детей на банкетках. Ремонт в этих стенах прошел менее года назад по нацпроекту «Здоровье». Теперь здесь появился и комфортный зал отдыха, где дети в ожидании процедур могут порисовать мелками на доске, а мамы подождать их на диванах. Всем очень нравится, потому что отделение стало яркое, краски сочные, все заходят радостные. То есть всем нравится, естественно, новый, скажем так, дизайн нашего отделения. Вот. Деткам нравится, у нас новая комната отдыха для детей. Там стоят также диванчики, столики, доска для рисования. То есть деткам нравится, мамочки пока ждут своей очереди. Детки чем-то заняты, сидят, рисуют мелками. Пройти обследование и получить необходимые процедуры здесь могут дети до 18 лет, проживающие в Самарской области. Попасть сюда они могут не только по направлению участкового врача, но и напрямую. Услуги оказывают по полису бесплатно. Основными задачами и функциями Центра здоровья является выявление факторов риска хронических, социально значимых неинфекционных заболеваний, консультирование пациентов по укреплению и сохранению здоровья, включая коррекцию питания, физической активности, занятием спорта, труда и отдыха. Обучает эффективным методам профилактики заболеваний с учетом возрастных особенностей. Оценивает адаптационные резервы организма. В последнее время сюда нередко обращаются дети, переболевшие коронавирусом. У некоторых из них диагностируют изменения в сердечно-сосудистой и бронхолегочной системах, изменения артериального давления. Все это поддается лечению. В связи с неправильным питанием у нас участились случаи детей с избыточной массой тела с ожирением. В нашем центре здоровья проводится методика биопедансометрии. Это определение состава тела, определение жира, массы и мышц в организме пациента. Для более точной диагностики ожирения метаболического синдрома. В центре есть лаборатория для забора анализов, проводят УЗИ, ЭХО, ЭКГ. По результатам исследований пациентам назначают индивидуальную реабилитационную программу с направлением на процедуры, которые ему показаны. В лечебном центре проводится физиотерапевтическое лечение, водолечение, занятия ЛФК. С детьми работают медицинский психолог, логопеды, стоматолог. Есть дневной стационар. Виктория Шарая, Константин Головин. События.